Без лишних слов, просто смотрим Тана. Шесть. Пробудилась вторая личность, полная жестокости и ненависти. Да. Вульфанг передал его в подчинение Гитлеру, а Тун передал его в Италию громить войска союзника. И вот, командир Джо, он пленил Черчилля 44 и отправился дальше. А разве он его не убил? Остановка, смерть. Артиллерия, молчать до команды. Ну что, дети, вы хотите жить вечно? Они ответят нет. Косой. Не обращайте внимания. Фух. Вот как наступил Армагеддон. Так, Шерманы едут. Дополнительные пушки. Минус. Бум. И минус от этого сразу. Ждет просто всех. Круто аж, моляет. Куча зеленой энергии. Как Бог мог создать что-то подобное? Бог ничего не создавал. Что ты смог придумать? А, знаешь, один мой знакомый сказал: война многих свела с ума, но лишь настоящие психи могут ею наслаждаться. И к чему это? Да так, время тяну. Ну, разумеется. Самолетики. А сам тарапает. О, вроде такие танки я видел с ракетницами. Так, ну это вроде першинги. Не, ничего не сделают. Крыша очень крутой. О, как удачно приземлилась. Хватит мочить всех подряд! О! Хватит? Разве не этого ты хотел? Ты был создан дефектным. Все презирали тебя. А ты хотел получить силу и отомстить им всем. Заткнись, гребаная тварь! Согласен. Видимо, ты забыл. Я не глюк и не иллюзия, я это... Ну да, убей его просто. Ну и что ты теперь сделаешь? Ядерной боеголовкой шмакнуть. Ничему не удивлен. Все, как обычно, пиу-пиу.
И ничего больше. Да, с вами был Владимир 124. Всем удачи, всем пока.